дождаться команды и устремиться вперед. Спортивный праздник на лыжной базе «Чайка» начался с массового забега на 3 километра. Около 10 тысяч лыжников со всей губернии объединила общая стартовая черта. Здесь главное не прийти, а пройти. На пути к финишу в одном строю дети и люди в возрасте, спортсмены и любители. У заветной черты участники не скрывают эмоций. Трасса очень потрясающая, лыжи едут хорошо, конечно, народу очень много, очень тяжело обходить, но трасса потрясающая, мне понравилось. Все очень здорово, все оборудовано как надо, то есть кататься одно удовольствие. Чувствую радость, то что смог выбраться на «Чайку». Лыжня России проводится по всей стране с 1982 года. На этот раз спортивный праздник отметили лыжники более чем в 70 регионах страны. В Самарской области на старт вышли порядка 15 тысяч участников. Иван Александрович Кичаев на лыжную базу выбирается при любой возможности. Рассказывает, впервые встал на лыжи еще в школе. Недавно принял участие в марафоне «Соколи горы». Это здоровье, во-первых. Лыжи – это удовольствие получаешь. Хотя говорят, что вид такой тяжелый, но мне нравится. Я с удовольствием каждый выходной здесь пропадаю. С дому с утра и до вечера здесь практически. Удовольствие получаю, адреналин, все. Это приполняет всего, прям радость. Поучаствовать в индивидуальных гонках самарцы могли на трассах в 5 и 10 километров. Победители ждали памятные призы. По словам организаторов, в этом году к лыжне России особый интерес. Сегодня огромный праздник, огромный ажиотаж. Наверное, это максимальное количество участников за последние годы. Это радует и, наверное, одно вытекает из другого. Годовщина Олимпийских игр. Спортивным духом прониклись не только участники гонок, но и болельщики. Для тех, кто не встал в этот день на лыжню, работали развлекательные площадки. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».